Что такое? Ладно, Иисус, царь. Хорошо, пойдем с вами в слово. Так, часы у нас еще пока не подключены. Придется смотреть здесь, да? Иисус Господь. Хорошо. Угу. Драгоценный хотел бы, я прошлое воскресенье, я не знаю, вы что-то вообще брали или не брали для себя в прошлую проповедь, я ее даже выкладывать не стал, потому что она такая, такая суббурная мне показалась, я себя очень странно чувствовал. И я такое ощущение, что выдал все, что было вообще в моей голове, абсолютно не связанное и, и не сообразовано Будем собирать потихонечку, потому что это очень важные вещи. И сегодня я хочу поговорить, знаете, за такой момент, который с которым либо вы сейчас сражаетесь, либо вы когда-то сражались, сейчас сражаетесь в меньшей степени, или вы сражались в одной сфере, и теперь вы разбираетесь в другой сфере с этим. Но этот вопрос касается каждого здесь сидящего, стоящего, лежащего, не знаю, кто-то будет смотреть это в записи, это касается вообще всех. То есть нет такого человека, для которого эта тема была бы, это типа, это не для меня, типа. Это вопрос сомнений. Драгоценные, знаете, я всегда поражался, насколько сомнения и неверие являются разъедающей субстанцией и ядом. Она, знаете, она такое, как медленно действующий и медленно убивающий яд, потихонечку. Не сразу, не, не сразу, раз, и знаете, как какой-то есть такие всякие змеи и так далее, которые там один раз укусил, через там пару минут человека кочурился вообще, то есть там мгновенно практически убивает. А, а медленный яд, который ты как бы принял и сразу ничего не почувствовал, и все нормально. Становится хуже, еще хуже. Потом еще, ну, ты не обращаешь внимания, потому что, ну, мало ли, не с той ноги проснулся, может, еще что-то. И ты не обращаешь внимания. Оно продолжает и продолжает убивать и убивать и убивать, и в какой-то момент организм оказывается в таком ситуации, когда уже все. То есть э, можно попытаться реанимировать, но уже, скажем так, есть такая вероятность, что уже прошло время какое-то. И с неверием драгоценные, то же самое. Мы очень часто не обращаем внимания на разговоры неверия, на слова неверия. И э, даже, знаете, я э, знаю таких верующих, которых очень сильно раздражают люди, которые, э, знаете, они стараются следить за своими устами, и они стараются следить за тем, что они слышат. И таким образом им приходится постоянно, это даже не периодически, это постоянно, когда они оказываются в среде других людей в частности верующих людей, к сожалению, им приходится говорить, высвечивать эту ложь и говорить, слушай, ты не прав. И тех людей, которые это слушают, их это раздражает. Типа, что ты прикопался ко мне? Типа, да, что-то я вот болею постоянно. Ты не постоянно болеешь во имя Иисуса. Да что ты вот прикопался ко мне? Типа, ну я ж болею, что тебе надо вообще? Не понимая о том, что слово очень хорошо работает. И мы с вами об этом говорили еще на прошлом нашем помещении. Мы с вами прекрасно знаем притчу 1821, где сказано, что смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Твои уста приносят плод. И только ты, не Бог, не твой сосед, не кто-то еще, только ты ответственен за то, какой плод твои уста принесут в твою жизнь они принесут плод благословения или они принесут плод проклятия. Это странно с учетом того, что ты являешься благословенной землей, ты являешься землей обетованной. Вот ты сам являешься землей обетованной. Аминь? Вы все здесь? То есть мы имеем этот прообраз в Ветхом Завете, когда Бог выводил из Египта и привел в обетованную землю, а здесь был человек, который изначально сам был в состоянии проклятия и теперь стал благословленным, потому что сам Бог, само благословение теперь пребывает в вас. И вы сами сегодня являетесь землей обетованной и благословенной. Слушайте, это странно, если в земле обетованной начинают вырастать плоды проклятия. Это странно, так не должно быть. Почему Иаков и говорит нам, слушайте, не должно быть такого, что одними и теми же устами благословляем Бога и Отца и проклинаем брата. Такого быть не должно. Это странно, это, ну, это ненормально. Так не должно быть. То есть это не, это даже не естественная какая-то вещь. То есть согласитесь, вы очень сильно удивитесь, если вы у себя, знаете, на участке, если у вас участок, посадили яблоню, вы знаете, что это яблоня, растет растет яблоня по всем внешним признакам это яблоня а по итогу выросли сливы то есть вот что то то кидалово на каком-то этапе было то есть ну как бы ну очевидно ну так не должно быть то есть это странная какая-то вещь здесь тоже самое драгоценное и вот этот момент неверия мы стали к нему очень сильно толерантными мы стали к нему толерантными к себе и мы стали очень толерантными к неверию вокруг себя Одна из вещей, к чему мы стали очень сильно толерантны в этом отношении, это, знаете, оно, я понимаю, прозвучит очень по ну что поделать, я изначально такой, поэтому, ну простите. Благословенный ютубчик-то наш, о, любимый такой ютубчик, знаете, я в последнее время, потому что опять что-то начались разговоры касательно того, чтобы там заблокировать его и так далее, и знаете, я вот думаю, с одной стороны, как бы ютуб хороший инструмент, у нас у самих трансляции все время идут там, сколько у нас на канале, там 24 тысячи подписчиков, то есть там э, под 5 миллионов просмотров на канале там и так далее, то есть ну как бы большая аудитория, мы служим людям и так далее, с другой стороны, я понимаю, какое количество всякого шлака вообще и мусора есть там же, и я сейчас не говорю за какие-то мирские передачи, или там детские развлекательные какие-то видео, которые не детские и не развлекательные больше. Я сейчас говорю за видео с пометкой христианские, с пометкой проповедь того или иного невероятного потрясающего служителя. Потому что сегодня, вот я особенно это заметил последние недели, пока я проверял, так просто выпадали задания для своих онлайнников, студентов, те вопросы, которые они задавали, они всегда сводились, при том, что мы постоянно говорим за авторитет Божьего Слова. И меня постоянно говорят: да, пастор, да ты запарил с этим авторитетом Божьего Слова. Мы и так верим Божьему Слову, мы же и так верим Писанию. Нет, в этом-то и проблема. Потому что именно неверие Писанию и приводит к нас, к тем результатам, которые не соответствуют Писанию. Потому что Писание четко говорит, если я буду поступать так, как говорит Писание, у меня результаты будут соответствующие. Это же очевидно. Не может быть по-другому. Либо Бог лжец. Слушайте, а если Бог лжец, мы все попали. Потому что тогда будут вопросы в отношении того, что... А может и нет никакого спасения? Воскресения мертвых, может и нет никакого тогда? Может, типа, может все это обман? Как Павел писал, он говорит, что если нет воскресения мертвых, тогда вообще вся жизнь изначально напрасная. Ну, нет никакого смысла. То есть жизнь, она, она без того, чтобы иметь воскресение и жизнь вечную с Богом, она вообще лишена смысла как такового. Если ты не ходишь с Иисусом, если ты не исполняешь Божье Слово, нет никакого смысла в этой жизни. Понимаете, то есть насколько люди пытаются в этом мире найти смысл жизни, и прикиньте, тысячи лет прошло, смысл так никто и не нашел. Почему? Потому что его нету. Потому что в лучшем случае ты будешь как батарейка. Ты будешь жить, как бы ты проснулся, пошел на работу, отработал, заработал деньги для того, чтобы утром проснуться, поесть. Потому что тебе надо идти на работу, чтобы заработать деньги, чтобы поесть. Батарейка. Либо ты может быть, не-не-не, я не такой, я творческая натура. Хорошо, ты написал потрясающую музыку, я не знаю, там на уровне какого-нибудь там Моцарта, Бетховена или там по современнику какого-нибудь Ханса Циммера, или ты там, пишешь невероятные картины, или ты проектируешь какие-то невероятные вещи, но ты же умрешь. И с собой ты не заберешь. Ты же не проживешь вечность, и получается опять мимо. Опять мимо! И опять. И такой: а так в чем смысл-то жизни получается? Смысл жизни как раз в том, чтобы ходить с Богом. Смысл жизни в том, чтобы познакомиться с Иисусом Христом. И когда ты понимаешь, что твоя жизнь ограничена 120 годами здесь, на Земле, а у тебя ждет впереди целая вечность, и эта вечность тебя ждет самой потрясающей личностью во Вселенной с Иисусом Христом, тогда смысл обретается. Смысл вдруг обретается, зачем я вообще здесь нахожусь, что я здесь вообще делаю. Зачем я хожу на работу, зачем я кушаю, зачем я делаю то, зачем я в церковь пришел вообще с утра и так далее. Все это обретает э, смысл. И когда мы говорим за вот этот аспект неверия в отношении проповедей, мы стали очень, знаете, так, я очень часто это слышу от христиан в формате... Не, ну я слушаю, ну да, я знаю, что этого проповедника, у него есть какие-то там, ну, там, нестыковки с писанием, еще что-то, но я отделяю. Я отделяю, я вот, ну, как бы, вот то не принимаю, а это я принимаю. Послушайте, сам Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской и судукейской. Что значит берегитесь? Опасайтесь, сторонитесь этого. Это не то, что что там мне эта закваска? Сам Иисус говорит: держитесь подальше от этого. И также Иисус говорит: даже малая закваска квасит все тесто. Послушайте, представьте, что вы никогда не слышали, вот вы представьте, что вы были на необитаемом острове, вы не знаете, что люди умирают. Вы никогда не видели, как кто-то болеет и так далее. И все, что у вас есть, это только Евангелие. Вы верите в Евангелие, вы знаете об исцелении и так далее. И вдруг вы знакомитесь с человеком, который говорит: Да, знал я человека, который молился за исцеление, верил в исцеление и умер. Что происходит? Семечка посажена. Информация, любая информация это семя, посаженное в нашу голову. И только мы. Решаем, что с этим семечком будет происходить. Эта семечка даст плод, а мы же с вами понимаем, что посадив одну картошку, мы же не выкопаем ее обратно одну. И не появится вторая. Там будет целый куст картошки, правильно? Посадив одно семечко от яблони, ты, у тебя из земли вот так вот одно яблоко не выскочит резко. Появится дерево, которое будет приносить плоды, ты будешь их собирать, оно будет еще приносить, ты будешь их собирать, оно будет еще приносить и дальше. Пока оно есть чем питаться, а неверие питается твоей жизнью. Неверие это разрушающая субстанция, которую мы подпускаем себе потихонечку, понемножечку отвергая записанное Божье Слово. И я понимаю, что мы привыкли, потому что нас всегда учат, будь благоразумным, будь, знаете, это почему-то даже называется мудростью, но мудрость человеческая, это с точки зрения Писания, это всегда равно мудрость бесовская. Я в этом отношении всегда вспоминаю историю, это Матфея 16 глава, когда помните, Иисус начал открывать своим ученикам впервые, что ему надлежит быть взятым иудеями, быть распятым и так далее. То есть он все это начинает говорить. И там в 21 или 22 стихе написано, что Петр отвел его в сторону. И написано, и начал ему прикословить, начал прикословить Иисусу. Он говорит, да не будет с тобой этого. То есть фактически Петр сказал, я не хочу, чтобы это произошло. А почему Петр так говорил? Это не потому, что Петр считал себя невероятно крутым, невероятно значущим, такой, я сейчас тебе Иисус, расскажу, я тебя сейчас научу. То есть Петр, конечно, имел нрав такой бодрый, но не в сторону Иисуса. То есть Он субординацию, как говорится, всегда соблюдал. Почему Он так размышлял об Иисусе? Потому что Он беспокоился о Нем. Он любил Иисуса, и Он не хотел, чтобы Иисус умирал. Типа зачем? Иисус, давай по-другому, давай будем делать как-то по-другому. И обратите внимание, Иисус ему не сказал, дорогой Петр, спасибо тебе, я вижу твою любовь, я слышу, как ты обо мне заботишься. Нет, он сказал, отойди от меня, сатана. Потому что ты думаешь не то, что Божье, а внимание, а то, что человеческое. Он не сказал ему, ты думаешь то, что дьявольское. Заметили? Он говорит ему, ты думаешь то, что человеческое, а человеческое равно бесовское. Вот эта вот мудрость человеческая, которая нас научила, ой, надо переживать, ой, надо еще что-то, когда Писание учит совершенно другим вещам. Мудрость этого века научила нас, что если какая болячка, закупись таблетками, пей таблетки, по кругу пей таблетки и нормально. Писание же говорит, что у нас есть рана Иисуса Христа. Там, недавно на канале там под одним видео там пастор Кариблейка написал человек там большой такой комментарий очень в таком возмущенном формате. Ну я понимаю этого человека, я ну как бы да, не, не негодую на него не обижаюсь. Я периодически с таким сталкиваюсь, потому что я вижу, в чем сегодня пребывает христианство. Я очень много куда езжу, и поверьте, что Краснодар, что, я не знаю, Сибирь, Дальний Восток ничем не отличается. Казахстан, я не знаю, Украина, Россия, все одно и то же в отношении веры и христианства как такового. Общаюсь со своими друзьями там в Европе в Америке, со служителями, я понимаю, что и у них то же самое. А суть заключается в чем? Что ты говоришь, человек написал там, вот, я прослушал весь этот семинар Кари Блейка, попробовал, ничего не работает, что вы рассказываете, что вы людей обманываете и так далее. А я написал комментарий, я говорю, подождите, а где там на, в, в конференции было сказано, вот ты просто один раз прослушаешь эту конференцию, напитаешься невероятной энергией или получишь какие-то невероятные тайные знания, и после этого все в твоей жизни резко поменяется и все начнет работать. Это где мы такое учим? Мы, как раз учим наоборот, то, что ты должен пребывать в этих вещах, ты должен ходить каждый день в этих вещах. И мы в том числе вот на, на, на команде тоже рассуждали по этим вещам, где в Библии написано, что нужно провозглашать. Ну, не написано, что Петр не учил: давайте будем каждый день провозглашать, давайте будем читать Библию каждый день, изучать. Выходите на улицу, практикуйтесь. Ну, не написано же таких вещей. Правильно? Нет такого в Библии. С чего мы решили, что так надо делать? Да потому что мы видим описание Первоапостольской церкви, и мы видим, что они жили Христом каждый день. А жить Христом в Первоапостольской церкви означало идти и служить другим людям. Потому что, еще раз, чем занималась э, Первоапостольская церковь? Они каждый день собирались единодушно, каждый день. А собирались они для чего? для того, чтобы пребывать в учении апостолов и в преломлении хлеба. А зачем они собирались для того, чтобы преломлять хлеб и пребывать в учении апостолов? Потому что дальше там написано, что и Бог прилагал к церкви спасаемых. То есть как? Просто они сидят, общаются, любят друг друга, учатся, преломляют хлеб, и просто люди мимо заходят и начинают становиться частью церкви. Так что ли было? Нет. Потому что дальше мы читаем Деяния 3 глава. Петр с Иоанном пошел в храм для молитвы. Увидели там храмового, который никогда не ходил. Исцелили его. Сбежался весь народ. Просто удивление, как это произошло. Петр им рассказал, как это произошло. Распро Проповедовал об Иисусе Христе. И три тысячи человек спаслось. Вот таким образом Бог прилагал спасаемых. То есть суть научения апостолов была в том, чтобы потом выйти из этого собрания, жить обычной жизнью, работать, Э, иметь семью, э, делать какие-то вещи, ну, обычная жизнедеятельность, мы понимаем, она у нас у всех есть. Причем Писание описывает <coughs> даже уверовавших из рабов. То есть нигде не сказано, что э, там П Павел или Петр учили, э, типа, давай, э, там, избавься от своего хозяина, там, не знаю, э, распни его, что-нибудь с ним сделай и так далее. Нет. Э, э, ну, прикиньте, то есть он даже не на работе, он раб. То есть у него не нормированный рабочий день, а он прям раб, он прям принадлежал своему хозяину, и это не мешало ему быть учеником Иисуса Христа. Вы представляете вообще, какое удивительное время было? И он служил, и он проповедовал Евангелие, и люди спасались. Мне почему так нравится история из книги Деяний про вот этого молодого юношу Стефана, потому что мы знаем, что Стефану не был апостолом, его поставили на служение, как мы бы сегодня называли, кормление голодных. Такой какой-то не самое, знаете, такое служение, которое считается такой, типа, М -м -м, крутая должность у тебя в Царстве Божьем. То есть, ну, как бы, ты, ну, служение, служение такое, знаете. Но при этом про Стефана что еще написано? Что он великие чудеса Бог совершал через Стефана. И об этом не написано как формат... А, знаете, типа вот такое чудо, то есть были такие чудеса, что просто решил Лука решил, так как книгу где я не писал Лука сотрудник Павла, он даже решил не описывать, он говорит, это просто великие чудеса происходили. Вы представляете, то есть не просто ну, тут, тут, исцеление есть тут великие чудеса. Фарисеи-книжники, зная закон, Стефан явно гораздо менее них был научен, противостоял им и никто не мог оспорить Евангелие, когда он проповедовал. Это удивительный просто момент был. Хотя Стефан был просто обычным верующим. Драгоценные, почему мы сегодня не видим этих вещей? Потому что мы не пребываем в этом. Мы думаем, что это не для нас, потому что у нас есть своя жизнь. А почему мы думаем, что у нас есть своя жизнь? Потому что мы так сильно напитались этим неверием. Мы так сильно природнились к неверию, что сегодня, когда говоришь «ранами Иисуса я исцелен», говорит, М -м, ну я исцелен, но таблеточку бы закинуть бы, к врачу бы сходить. Но ранами Иисуса я исцелен. Еще раз, я не проповедую против врачей, таблеток, я сейчас не об этих вещах говорю. Я просто говорю о том, что мы гораздо больше готовы поверить в то, что врач поставит нам лучший диагноз, выпишет нам хорошую таблеточку, эта таблеточка что-то поправит, хотя я настоятельным образом рекомендую вам почитать аннотацию к таблеткам, и вы узнаете, что там прям написано в этих аннотациях, что эти таблетки ничего не лечат, они избавляют от симптомов, потому что никто не заинтересован избавить вас от болезни, потому что если вы избавитесь от болезни, вы же не будете больше покупать таблеток они потеряют клиента. Именно поэтому фармацевтический бизнес это самый, это мафия. Это прям, ну, на полном серьезе, это мафия. И их бизнес процветает во все времена и больше и больше только становится. Нас всех благополучно на все это дело подсадили, потому что а чё б нет? Ты что, глупый что ли? Что это ты? И то не примешь, и это не примешь. Как ты? А как ты будешь тогда? А вот возраст уже. Нас мир приучил. А, ага, возраст уже. Должно быть вот это, должно быть то. И мы гораздо более охотно верим тому, что мы видим, тому, что мы слышим. Мы верим нашему опыту, опыту каких-то других людей, или которые мы слышали у кого-то, чем записанному Божьему Слову. Вот почему я говорю еще раз, мы на самом деле не верим Библии. Мы не верим на самом деле тому, что говорит Божье Слово. Потому что сегодня нас все еще удивляют чудеса. Нас все еще удивляет. И, слушайте, я не встречал людей, которые бы сказали, да, я вот пошел проповедовал, и 3000 человек спаслось. Сегодня в моей голове это выглядит как что-то, ну, такое, ну, это даже не Эверест, это что-то такое уже в космосе, что-то огромное какое-то, такая гора, которую, как это, рукава придется закатать, чтобы ее сдвинуть. Хотя это, опять же, размышление неверия. Почему? Мы приучили себя, что вот, я смотрю на опыт. Я же проповедовал одному, я проповедовал второму, десятью, двадцатью. Ну, никто из них не пришел в церковь. Ну, некоторые придумали для себя отговорку. Не, ну Господь их там приведет в церковь и так далее. Ну, встречали таких людей в церкви, которых вот так вот Господь привел? Хоть одного? Вот я тоже не встречал. Потому что обычно они куда-то в православную заворачивают, да? Ну, как бы, никого не хочу обидеть, но православные – это не христиане. Они, собственно, и сами себя не называют христианами. Они православные. А мы все-таки говорим о том, чтобы Иисус сказал, что они должны стать его учениками. Не учениками Матроны, не учениками там какого-нибудь Николая и прочих. Вот же ж мне как жалко этих всех святых, потому что хорошие были ребята при жизни, и что из них сделали вообще во всей этой тусовке, это, конечно, печально все. Ну, ладно. И мы сегодня очень сильно сомневаемся в этих вещах. И более того, мы не просто сомневаемся, мы подпитываем это неверие. Нам некомфортно общаться с людьми, которые верят радикально. Нам некомфортно с ними общаться. Знаете почему нам некомфортно с ними общаться? Они нас обличают. Они, может, даже не делают этого специально. Они, у них вообще не мысль... Они даже, не, если бы ты им не сказал, они бы даже не подумали о том, что ну, они что-то такое говорят, что тебя обличает. Я помню, когда э, приехал, это был первый раз в 2016 году, это как раз вот до, до вот этой всей изменения финансовой и так далее, я поехал в Омск, и там организовал конференцию один брат, он бизнесмен, у него несколько бизнесов, он ездит на очень хорошей машине и такой, ну... Ну как вам сказать? Такой дядечку, у которого стрижка стоит как бы много тысяч рублей. Стрижка, бородка, э, рубашечка там за пару десятков тысяч и так далее. То есть это для него такое, когда. Э, вышел бусор вынести, вот в таком вот состоянии. То есть мужик был очень обеспеченный. И когда он разговаривал о определенных вещах, потому что он меня постоянно возил, мы постоянно с ним э, там куда-то ездили, и я чувствовал, как мне неловко с ним находиться рядом. Потому что э, он. Он не пытался меня унизить как-то. Он не пытался сказать, ой, да ты нищеброд там и так далее. Вообще нет, то есть даже близко ничего подобного не было. Но меня смущало, даже когда мы пошли в кафе, и когда я он говорит, да не парься, я ж типа оплачиваю, благословляю тебя. А я открываю меню там в этом ресторане, я такой, это типа что такое? Я в месяц столько не трачу, сколько здесь вот это стоит. Вообще. Ты что, шутишь что ли? Пойдем в столовку сходим. И я чувствовал себя неловко. Мне было некомфортно с ним находиться, потому что та, тот стандарт жизни, в котором живет он, обличал меня. Потому что я-то даже тогда знал, что вообще-то Бог мой обеспечитель. Только не видел это проявленным. И меня это обличало. И можно спрятаться за вот этой стеной неверия и сказать о том, что, ну, это вообще не самое важное, это не нужно и без этого можно прожить. Да, аминь. Кто ж спорит-то, конечно. И без этого можно прожить. Мы знаем куча, ну, святых, которые там, ну, на последнем хлебе, как говорится, прожили и э, были действительно как примером веры и стойкости и так далее. Э, все с этим нормально. Но есть записанное Божье слово мы не можем никуда от этого деться, есть просто записанное Божье Слово. Я помню, как где-то полгода назад в офисе, я пришел, никого не было, я просто пришел уединиться, помолиться с Богом, и э, я молился, и я просто размышлял о финансах, которые потребуются для служения, для церкви и так далее, я уже тогда понимал, что потребуется э, ну, новое помещение, потому что конференции и прочие все эти моменты, и я начал говорить, Господь, да ну не надо мне никакие квартиры и машины, я хоть там и размышляю, что вот там здорово было бы иметь, да господь, ну пешком же ходил столько лет, еще похожу как бы, слава Господу за исцеленные ноги, нормально все, можно же передвигаться, такси никто не отменял, вообще транспорт все есть слава Господу и Господь конкретно начал меня обличать Он говорит а кто тебе дал право менять мое слово Я разве сказал что конкретно для тебя мое слово работать не будет в отношении обеспечения и я обличился потому что я понимаю что я начал Богу выстраивать свой план свой стандарт давать Богу говорит Бог будет вот так вот а Бог говорил со мной так, как Он обычно говорит со мной, и слава Господу, что это никто не слышит, потому что иногда это звучит вот в таких ситуациях так, что ну как будто тебя отчитывают. А Бог меня прям отчитывал, прям конкретно, потому что Он говорит, ну слушай, если я сказал, что будет так, значит будет так, и это не твоего ума дело, как я это сделаю. И если я сказал, что я тебя благословлю, значит я тебя благословлю. Я такой, все, Бог, я кто я такой, чтобы с тобой спорить. Я за годы служения, я понял одно. Если тебе Бог что-то говорит, спорить с Богом ⁇ это самая глупая вещь, которую только придумала человечество. Очень успешно используемая, но очень глупая. Зачем спорить с Богом? И то же самое во многих других сферах. Может быть, ты не слышал, когда Бог тебе это лично говорил, но в плане, я имею в виду, услышанным голосом, но Он же говорит тебе это в слове. Это же то же самое Слово Божье. Оно не, не меньше уровнем или еще что-то. Я даже скажу, что это больше уровнем, чем услышанный голос, потому что голос может меняться в зависимости от настроения, преломляться в зависимости от того учения, которое ты слушаешь. Слушаешь учение, которое говорит о том, что святая бедность и все здорово, ты и голос, возможно, будешь слышать соответствующий. А когда ты читаешь Писание, оно же всегда читает Знаковое. Оно ж не будет меняться в зависимости ни от чего вообще. Ты хоть с каким настроением к нему подойди, оно что написано, ранами его ты исцелен. Оно там и будет написано, ранами его ты исцелен. И приписок там никаких не появится. Разве что ты туда добавишь какие-то а, приписки. И наша задача как раз наоборот взяться и начать иметь близкое общение с подобного рода людьми. Чтобы понять... Что да, может быть, меня это сегодня обличает, но это то, как должно быть. Вот почему я когда читаю некоторые истории, это как Кари Блейк рассказывал, он говорит, э, где-то запи кто-то записал, э, как бы в своем дневнике Лейк, по-моему, Джон Лейк описывал, как он как-то ехал в машине, общался, и в одной машине ехало. Представьте, Джон Лейк, FF Босфорд. Уильям Кеннин и еще какой-то служитель, не помню. То есть, четыре божих генерала величайших просто людей начала 20 века, которые там невероятные исцеления происходили и так далее. Они все ехали в одной машине. И он рассказывал: говорит: ну, знаете, вот эти старые машины, у которых как это, подножка была, как у внедорожников сейчас. Он говорит: я, я готов был бы хотя бы вот ехать с ними на этой подножке, чтобы послушать, что они там говорят. Вот я себя ощущаю точно так же, когда возникает какая-то возможность, чтобы. С тем человеком веры пообщаться, вот с этим человеком веры пообщаться, я хочу проводить с такими людьми веры время, потому что они будут говорить вещи, в которых я еще сегодня не живу, и пусть оно меня обличает, но я хочу вырасти туда. Когда ты приходишь в тренажерный зал, вот в состоянии типа меня, такого дрыщи жирного состояния, вот такое. И ты смотришь на людей, которые, то есть они же, ну, ну, эти ребята, они обычно очень большие нарциссы, они поэтому ходят обычно без футболок, и там же, ж, и, и, и там и грудь такая накачанная, и, и пресс такой, и все сечет, особенно если он на сушке, там вены, просто и он еще идет вот так вот же обязательно, вот так, медленно, под музыку, чтобы все видели, елки-палки. И ты смотришь на него, а потом ты смотришь в зеркало, и ты обличаешься. Потому что ты тоже хочешь иметь пресс. А он есть, но он даже не прощупывается. Он где-то там. Но ты хочешь, и тебя обличает. И ты такой, не, мне надо какую-то такую группу, чтобы все были как я. Чтобы не обличаться от них, чтобы смотрели, о, нормально, все как я, нормально. Все кругленькие, нормально, пойдем вместе в кафешку после тренировки в Макдак сходим. Во вкусную точку, да? Или в KFC, что там, Ростик сейчас это называется. Какая жесть вообще. То есть, понимаете, да, то есть момент. И здесь то же самое. Гораздо проще найти себе а, не собеседников, а группу общения, которые не верят. Их сильно больше. Почему и людей, ходящих в чудесах, их сильно меньше. Потому что... Мало людей, которые готовы так говорить, мало которые готовы закидывать так стандарт, они не хотят. Гораздо проще иметь общение с людьми. Допустим, я помолился за исцеление, что-то не произошло. Гораздо проще найти людей, которые да, да, мы просто не знаем воли Божью. Да, просто ну, это воля Божья была на неисцеление. Может, еще что-то. Гораздо проще быть с этими людьми, потому что легче. Стандарт никакой, его нету вообще никакого стандарта. Подходишь к Библии, можно игнорировать. Исцеление, ну это же пролистуть можно все, исцеление, деяние, Евангелие. Много, конечно, перелистывать в Библии придется, потому что там кругом исцеление. Но всегда же можно отговор какой-то придумать. Как вот то же самое с учением об исцелении, меня просто поражает, что если я, я каждый раз, когда приезжаю в какой-то город, я говорю, что если я попрошу вас сказать мне сейчас пять мест или пять причин или доктрин, почему человек может не получить исцеление, люди хором просто будут отвечать. Жало во плоти апостола Павла, желудок Тимофея, родной город Иисуса, где он там якобы никого не смог исцелить, неисцеленный Трофим, больной Епофродит, купальня Вифезда и куча-куча мест Писаний. Я говорю, ну если я попрошу вас сейчас назвать пять мест Писания, которые гарантируют ваше исцеление, в лучшем случае мы выдавим из себя 1 Петра 2,24, где сказано, ранами его я исцелился. При том, что в Библии сотни мест Писания, которые говорят о нашем исцелении. Это же о чем-то-то говорит. Это говорит о том, а что находится в моей голове? Чем я питаю свой разум? Потому что, опять же, так же, как говорят в как говорится, фитнес-тусовки, то чем ты питаешься, тем ты и становишься. Ну, фактически. Да? Питаешься бургером в бургер и превращаешься. Да? Ну, как бы, визуально. Кругленький. А если питаешься брокколи, то зелененьким становишься, да, в таком формате. Ну, ладно. Почему-то сразу ассоциация такая пришла. То колючим становишься. А, кстати, может быть, действительно, никогда, никогда не думал об этом. Так вот, драгоценный, вопрос заключается в том, чтобы взять этот стандарт и начать напитывать себя этим стандартом. Я помню, как когда я только начинал, когда я услышала до послания пастора Кариблейка, то есть было несколько стадий. Первая стадия полнейшее отрицание. Потому что. То, чему он учил, а у меня было только послание техника божественного исцеления 2008 года, тогда еще не было ни книг, ничего еще не было. И я послушал, и меня он жутко прям вывел меня, короче. Потому что я к тому моменту, за первые два года своей христианской жизни, я перечитал десятки, где-то порядка, наверное, 40 христианских книг разных, в частности в сфере исцеления и так далее, переслушал кучу проповедей, кучу проповедников. Вообще мало можно назвать таких проповедников, которых я бы не слышал и не изучал бы в сфере исцеления, чудес и так далее. И они все говорили плюс-минус одинаково. И тут какой-то Кари Блейк непонятный, странно одетый, как, знаете, как из 50-х, что-то в жилетке и так далее, так еще спокойно, без какой-то, вот знаете, знаете, ни вида, ни вообще. Вот я его в Киеве когда увидел, я такой подошел, а он мне по плечу ростом, я такой, угу, ты ли тот, которого мы ждали, или ожидать нам другого? То есть ты, ты не видишь в нем какого-то вот этого, знаете, чо, знаете, Супермен с плащом какой-то такой, не, обычный, обычный человек, обычный верующий. И он начинает говорить какие-то вещи, что-то Божье Слово, вот, сверяй. И меня он начал раздражать, потому что он разрушал все то, во что я верил. И я думаю, мне надо его опровергнуть. Мне надо, потому что, ну, мне надо защитить мою доктрину. Я прям разозлился, я начал искать, я начал копать, открывал те местописания, которые он говорит, и я опроверг сам себя. Я понял, что огромное количество учений, в которые я верю, и верований, в которые я верю, они не то, что не соответствуют Писанию, их вообще нет в Библии. Их просто нет в Библии, а я в них верю. Удивительно. Я строю на этом фундамент, я строю на этом свою жизнь, а потом удивляюсь, что результата никакого нету. Следующий момент был, ну, если это правильно, значит, надо научиться и практиковаться, потому что, во-первых, мне нужно исцеление, плюс я хочу видеть, как происходят чудеса и разные вещи, соответственно, мне нужно научиться это практиковать. Я начал практиковать, что-то получалось, что-то не получалось, но я вдруг осознал, что я никогда не видел происходящих чудес. Я думаю, надо посмотреть видео в интернете. Я открыл видео. Есть такой служитель Пит Кабрера, фактически наш знакомый. Есть такое видео, он заходит, там, я очень коротко опишу вам, он зашел, если я ничего не путаю, он зашел в кафе, оно оказалось закрытым, там были владельцы, ребята в районе 35-40 лет, муж с женой. Вот он зашел и увидел, как вот этот мужчина, он хромал. И он говорит, слушай, о, давай, раз, я уже зашел, давай за тебя типа, помолюсь. Он говорит: да, мы там атеисты, типа, отстань, ничего то не работает, и так далее. И пит, а он тогда еще молодым служителем был такой разгорячен. Он говорит, я тебе сейчас покажу. Он сажает его на стул, а у него разница в ногах была, ну, где-то вот такая. То есть не, не, не вот так вот, а вот такая разница в ногах была. Это видео есть в интернете, это просто гигантское. Я, ну, я еще не сталкивался с такими случаями, чтобы настолько большая разница в ногах была. И он, он прям берет его за ноги, а жена снимает на телефон. Он попросил ее, видимо, снять. говорит, нога расти. Вум, нога вот так просто вжим и выросла. Там на заднем фоне жена, она там просто, о май гад, о май Вот это просто, типа, что это такое? Потом говорит, смотри сейчас обратно. Другая нога, воп, И обратно, потом гоп, и он туда-сюда, туда-сюда вот эти ноги тягает. Потом раз обратно ее убрал, говорит, ну-ка походи, встань ровно, говорит, я не могу. Встал, выровнял ему ногу, говорит, вставай, о, теперь стою ровно. И он говорит, вот как работает Бог. И эти люди покаялись, они отдали свою жизнь Богу, потому что они увидели реально, как Бог действует. И знаете, в чем интересный момент? Я смотрел на это видео, и в моей голове был вот этот вот червячок. Что-то как подстава выглядит какая-то. Так же не бывает. Затем я нашел видео, был такой пастор в Южной Африке, он уже ушел к Господу, Кобус ван Ренсбург. Потрясающая огромная церковь, несколько тысяч, там, сколько, 4-5 тысяч человек у них церковь в Южной Африке. И у них огромное здание и колонны, то есть ну, само помещение гигантское просто. То есть там все эти тысячи, они помещаются в одном зале за одно собрание. И у них, можно, вы можете найти эти видео и фотографии со служения, где у них все, ну, практически все стены, все колонны, они увешаны палками, костылями, ходунками всякими разными. То есть люди получают исцеление бросают и они вешают это как трофеи там целая куча и я смотрел эти видео где пастор Кобус он молится человек бросает палочку начинает ходить начинает танцевать и я смотрю и я четко понимаю, а я не верю в это я просто в это не верю я это ну, выглядит прикольно но я понимаю я не радуюсь потому что когда ты веришь ты будешь радоваться, ты будешь счастлив, человек получил исцеление. Ты же понимаешь, что вот человек был, ну то есть он страдал, он мучился, а теперь посмотри, он танцует. И тебе будет радостно, ты будешь счастлив за этого человека, а тебе не радостно. Тебя напрягает это. Потому что у меня же не так. Значит, и так не будет, так нету. И я понял, что я настолько пропитан этим ядом что мне в упор показывают исцеление, а я не верю. Я думал, это просто невозможно. Как можно увидеть исцеление перед своими глазами и не поверить, что это произошло? Но за годы служения я убедился, что так бывает. Я видел пастырей перед глазами которых встает колясочники, вот я молюсь за него, мы его поднимаем, человек встает, начинает ходить, а это не привезенный мой человек, это член его церкви, и пастор заявляет, не, я не верю во все эти чудеса, после исцеления. Я думаю, это же, ну, это же невозможно, это же абсурд, ладно бы я тебе видео показал или историю рассказал, так это твой член церкви, он много лет ходит в твою церковь, ты знаешь его проблему, и вот я приехал, я за него помолился, он встал, а ты знаешь, он вообще не может ни стоять, ни ходить, он получил исцеление. Настолько я прожег просто разум, что человеку показываешь чудеса, а человек уже. Не-не-не, этого не может быть. Многоценно мы не должны допускать таких вещей для того, чтобы не допускать таких вещей, нам нужно четко понять, что я принимаю решение, что я больше никогда не буду слушать послание неверия в любом его проявлении. Я не собираюсь тратить свое время на людей, которые постоянно говорят о неверии. Это может быть очень хорошие люди, это может быть очень классные люди, но малая закваска квасит все тесто. Я не хочу быть таким человеком. Я не хочу быть человеком, который видит Божьи чудеса и говорит, нет, этого нету. Это же, это же оскорбляет Дух Божий. Дух Божий, который совершает эти чудеса, чтобы его имя было прославлено, чтобы помочь человеку восстановить его, обновить его, подкрепить его, исцелить его, освободить его, дать ему новую жизнь. Я говорю: не-не-не, этого ничего нет, это просто подстава какая-то. Одно дело говорить так о человеке, но это же Дух Божий делает, это же не сам человек делает. Мы просто инструменты в его руках. И нам необходимо питаться этим посланием. Одна из первых вещей, мы за это постоянно говорим, первый псалом. И то, что апостол Павел писал в римлянам 12 главе касательно обновления разума, мы можем увидеть четко вот этот вот принцип. Первое, с чего все начинается, не с обновления разума. Потому что люди говорят, ну я же все равно хожу в эту церковь. Я, может быть, там на команду хожу. Я же слушаю хорошее послание. Здесь же хорошее послание. Я слушаю хорошее послание. Но все не с этого начинается. Что в Ветхом Завете, Псалом 1, что в Новом Завете Римлянам 12 глава, мы видим первый шаг начинается. Псалом 1. Блажен муж который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешным, не сидит в собрании развратителей. То есть, первое, он чего-то не делает. Ты перестаешь заквашиваться этими вещами. Если ты постоянно общаешься с людьми, которые разговаривают о блуде, об изменах женам или мужу и так далее, рано или поздно эта семечка даст плод в твоей голове. Даже если изначально, когда ты первый раз попал в этот разговор, для тебя это было абсолютно неприемлемо, для тебя это было мерзко, для тебя это было что-то такое, типа это вообще ко мне не может никогда иметь отношения. Я верный своему супругу, своей супруге, это ко мне не может никакого отношения иметь. Но раз за разом имея это общение, и когда это семечко сажают, его поливают, его окучивают, рано или поздно оно даст плод. А я напоминаю, плод всегда многократно больше посаженного семени. И с плодом разбираться гораздо проблемнее, чем с семечком. Выкопать семечко легко, выкорчивать дерево сильно проблемнее. И это не говорит о том, что это невозможно. Слава Господу за Духа Святого, за Его милость и благодать, за то, что у нас нет точки невозврата. Я не верю в точку невозврата. Я верю, что Дух Божий настолько силен и могущественен, что по Его милости мы способны избавиться от любого религиозного мышления. Но мы должны дать Ему шанс. Мы должны дать Ему возможность избавиться от этих вещей. Нельзя ставить крест ни на каком человеке. И даже, может быть, вы знаете какого-то, может быть, вашего знакомого, верующего, который настолько прожжен религией, что ты ему даже, может быть, приходишь и рассказываешь, смотри, у нас в церкви вот эти чудеса происходят. Да, что ты рассказываешь, ничего у вас этого нету. Человек настолько, ну, то есть, хотя он тебя знает, он доверяет тебе, но как только ты начинаешь говорить за чудеса, все, там стена просто стоит напрочь, человек не слышит. Молись за него, молись за него просто, чтобы его разум был открыт. Как апостол Павел молился за церковь в Эфесе, и он говорит, я молюсь, чтобы э, Бог и открыл вам просто, какое величие могущество есть внутри вас, чтобы он открыл, он обновил ваше мышление. Молись за них, благословляй их. И нам самим нужно за этим следить, драгоценные. Вот почему я, я не буду называть имя этого служителя. Я как-то, э, я уже рассказывал за этот момент, что мне много раз выдавало в рекомендациях в ютубе проповедь этого служителя, переведено на русский язык. И я смотрю, что очень много просмотров этих проповедей, и я очень от многих слышу, что его слушают. Я думаю, ну ладно, хорошо, я поставлю фоном, послушаю. И он начинает проповедовать, и поначалу вроде все нормально, а потом он начинает откровенно глумиться над людьми веры. Хотя проповедуют о вере, послание было о вере, то есть он говорит: да, мы должны верить, Бог, дам Бог способен защитить. И он такой, не, я не об этих идиотах говорю, которые в толпе без маски ходят. Я такой, о, -о, о, иди гуляй вообще просто. Все, этот человек, я его выключил, и я заблокировал этот канал, чтобы мне больше никогда не выдавало никаких рекомендаций этих проповедей. Я не хочу ничего общего иметь с неверием, потому что я знаю, как этот яд разъедает разум. И я не хочу в очередной раз молясь за очередного человека, и тем более я не хочу, чтобы оказалось, что в тот момент это оказать, оказать, окажется мой сын, или моя жена, или кто-то из вас, что я буду молиться за исцеление и вспоминать слова неверия вот того служителя, потому что оно ж как червяк, оно сразу начинает вылазить именно в таких ситуациях. Оно же не вылазит, когда не надо. Оно вылазит именно тогда, когда надо веру проявить. Именно в тех моментах и начинает включаться все сомнения. Почему я говорю, что хотите узнать, какие у вас сомнения в отношении молитвы за исцеление, сходите на улицу, помолитесь за пару человек на улице. Вы сразу все поймете. Потому что вы вдруг оно все из вас начнет подниматься. И типа, ну, то есть вы помолились, сразу результата не увидели. И все. И вот, и вот там вы свой разум сразу начнете проверять. А, вот оно что, вот откуда оно все. Вот почему результатов нету. В церкви оно чуть проще. Здесь такие больше инкубационные условия, здесь попроще. Там оно немножко по-другому, потому что ты как бы на тебя внимание обращено. То есть, условно говоря, если бы ты стоял здесь сейчас и было бы какое-нибудь служение исцеления, тебе бы надо было публично молиться за людей еще и под камерой. Эффект был бы тот же. Почему я говорю, что как бы не надо ждать камеры, можно выйти на улицу. То же самое абсолютно. И там ты вдруг поймешь. А, вот оно что. Так я. А я думал, что я верю в исцеление. А я верю, что ве, думал, что я верю, что Бог может исцелить любую болезнь всегда, при любых обстоятельствах. А оказывается, нет. Оказывается, я верил совершенно по-другому. И оно все начинает вылазить. И это здорово, чтобы оно начало вылазить. Драгоценные, это неприятный момент, но иногда, когда организму нужно очиститься, ну, приходится, ну простите, за формулировки, пообниматься с белым братом. Ну так надо просто организму, ему надо вытащить все это, весь, весь этот яд, все это отравляющее и разрушающее, ему нужно вы, вы, выйти из твоего тела, а пока оно там находится, нехорошо себя чувствуешь, пока оно есть там, плохо себя чувствуешь, освободился сразу, легко стало, классно вообще, вот здесь то же самое, пока ты ходишь под гнетом неверия, любой разговор о вере, любой разговор о чудесах, все, ты ерзать начинаешь, тебе некомфортно, ты, ты чувствуешь, даже ты начинаешь ощущать вот это состояние, я недостоин, у меня такого нету, я, наверное, плох. Это другая сторона, которую дьявол начинает делать. Обвинитель приходит. Всегда имейте разницу между обличением и обвинением. Потому что обличение это высвечивание проблемы и давание тебе инструментов, чтобы решить ее. А обвинение это штамп. Ты плох, у тебя не получилось. А помнишь, у тебя не получилось это обвинение, выгоняя того, кто тебе начинает разговаривать, за... говорить об этих вещах. Но когда приходит обличение, благодари Духа Святого, что это что оно высветилось. Я так был благодарен Господу, когда в марте я ездил в Кемерово, и мы сидели с пасторами, мы общались, потому что я много лет я верил, что молиться за обновление разума бесполезно. Я, я в это верил, я даже говорил об этом много раз в проповедях, все, как говорится, записано, все ходы, входы, выходы, все записано, на нашей трансляции, записи, все есть. И когда мы читали послание к мы начали размышлять, и мы вспомнили про книжку Кеннета Хейгена, которую мы все в разное время читали, а мы все втроем побывали на разных сторонах религии, в, том или ином, в той или иной яме, будем так говорить, но тем не менее мы все втроем это были. И оказалось, что мы все в разное время молились этой молитвой, потому что там Кеннет Хейген как раз он говорит, что молитесь, как молился апостол Павел, молитесь о себе, потому что в первом послании, прошу прощения, в послании к в первой главе, там с 15 стиха, он конкретно молит за обновление разума церкви и Я Мне было неприятно осознать, что я был неправ, потому что я же не просто сам в это верил, я же еще и другим об этом говорил. Это к моменту, почему немногие делают с учителями, потому что примите большее осуждение. Ну, очевидно, потому что я несу ответственность не только за то, что как я сам верю, а как я научу еще и других людей. И я был благодарен Богу за то, что он начал исправлять меня. Я... И сразу, кто из вас помнит, когда я верехал с той конференции, мы сразу начали по понедельникам молиться конкретно за обновление разума, за свой, за молиться за церковь и так далее. Потому что если Библия так говорит, даже если я верил по-другому, даже если я был научен по-другому, как только я познал истину, я моментально должен начать ее делать, согласившись с тем, что это истина. Драгоценные. Это очень простые вещи, но они такие важные вообще. Я уже буду заканчивать, я, конечно, ничего не успеваю опять сказать, но тем не менее. Избавься от любого источника голоса неверия в твоей жизни. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Тем быстрее начнется обновление разума. Второй шаг, который нужно сделать, начни питать себя правильным посланием. И не раз в неделю. Божий драгоценный человек, раз в неделю мало. Я бы хотел сказать, и хотел, может быть, знаете, чисто, знаете, в таком харизматическом стиле сказать, ты главное приди на воскресное служение, здесь Дух Божий действует, ты попадаешь в атмосферу, и все резко меняется. Аминь, Дух Божий действует, мы в его атмосфере и так далее, но одного воскресного собрания мало. Писание говорит, они каждый день пребывали. Тебе не надо каждый день сюда приходить. У тебя есть Дух Божий всегда с тобой. У тебя есть Библия каждый день. У тебя есть вера, которая тебе дана для того, чтобы применять услышанное слово. Так ты можешь это делать. У себя на работе дома, в магазине, где угодно. Ты же не привязанный к батарее находишься. Ты это можешь проявлять везде. Если ты еще не знаешь и не видишь, как это проявлять, попроси Господа, чтобы он показал тебе. Он на такие молитвы очень быстро ответ приходит. Я у... уверяю тебя. Я один раз помолился 10 лет назад. До сих пор работает. Каждый день вообще работает. Все развесить никак не могу. Я помолился. Говорю, Господь, что-то больных не вижу. Можешь показать, пожалуйста? Угу. До работы потом опаздывал несколько раз, потому что такое ощущение, что все больные резко вышли на улицу и еще и ко мне идут все что-то Странно это состояние. Так вот, божьи люди, нам необходимо избавиться от этой отравы, которая отравляет нашу жизнь. Вы почувствуете, что вы перестанете жить в состоянии осуждения. Вы перестанете жить вот в этом состоянии, когда ты просыпаешься и ты чувствуешь себя просто каким-то неудачником, потому что ну я вроде хожу в церковь, ну я вроде верю, ну что-то как-то какая-то вера никакая. Я ее не чувствую. Это так, чисто такая э, по развлечениям, да и что-то развлекается я не сильно, потому что что-то тут мне не нравится, там мне не нравится, и что-то как-то не сильно развлекается. И может уже перестать ходить в церковь, потому что такое. Дьявол же, это же одна из первых вещей, которые дьявол пытается сделать с человеком. Вытащить его из святого общения. Оставить тебя один на один. Потому что когда в твоей жизни перестаются говорить э, голоса людей, потому что иногда человек настолько перекрывает своими сомнениями и невериями, что он даже не может не слышать голос Божий. И нужны люди вокруг него для того, чтобы они говорили в его жизнь, чтобы он мог услышать. И когда человек уходит из этого общения, остается только голос дьявола, который добивает и добивает и добивает человека. Когда человек принимает уже такие решения и совершает такие действия, которые ты смотришь и думаешь, Боже, как ты вообще пришел к этому состоянию. И никто от этого не застрахован. Никто. Даже мы читали истории про Божьих генералов, великие люди, которые много совершили для Царства Божьего, даже они падали на этих вещах. Потому что они, может быть, подумали, что раз я уж туда дорос, ну уж тогда точно ничего не может произойти. Такого состояния нет. Мы всегда должны Следить, Как Петр говорит, стоишь, молодец, смотри за тем, чтобы не упал. Это касается всех абсолютно. Какие бы чудеса в твоей жизни не происходили, чтобы какие бы откровения ты не получал, тебе всегда нужно держаться Божьего Слова, наполняться Божьего Слова и ходить в Божьем Слове. Это касается всех абсолютно. Если такие величайшие люди, как там Джон Лейк падали, Джон Александр Дауи, какой-нибудь там их куча, я сейчас могу долго очень перечислять. Кэтрин Кульман, которая пол жизни в депрессии вообще прожила, то, ну, слушайте, очевидно, что если они даже падали, ну, очевидно, что и мы тоже можем. Но так не должно быть. Бог для это, это не предназначил для тебя. Он не хочет, чтобы ты это проходил. А для того, чтобы ты это не приходил, возьми, пожалуйста, его инструмент Пожалуйста, возьми его инструмент, начни употреблять в твоей жизни. И ты наполнишь свою жизнь радостью. Ты, может быть, не будешь ходить, ну, вот как Алексей иногда ходит, лыбу давит все время. Может быть, будешь так ходить и так далее. Это, это здорово, заражает всех. Я знаю, что у некоторых это раздражает. Что ты улыбаешься? Вообще? Как ты запарился своей улыбкой вообще? Как ты за за запарился с утра? Просыпаешься он с улыбкой вообще. Что тебе надо вообще? Ну-ка, быстро хмурое лицо сделай, подстать понедельнику дождю и 6 утра ну, типа, так не должно быть, оно, может, не будет так проявляться, но внутри ты будешь чувствовать эту легкость, ты будешь чувствовать эту свободу, потому что Слово Божье даст тебе эту свободу. Не ты сам оттренируешь а себя, выдрессуришь себя, и ты такой, все, да, я знаю Божье Слово, я цитирую Божье Слово, молюсь, руки поднимаю, халилуя». Дух Божий произведет эту работу так, как ты даже себе представить не можешь. И он сделает это таким образом, как ты даже себе представить не можешь. Но ему надо дать возможность. И первое, избавься от всего того, что питает тебя неверием. Это будет непросто. Неверие очень быстро пускает корни. Но начни от этого избавляться. Избавься от любого голоса, который тебе говорит слова неверия, что ты не можешь этого сделать, в твоей жизни не может этого происходить и так далее. Начни говорить, пусть это будет сумасшедше. Пусть... Почему Писание говорит, будь как, как ребенок будь. Знаете, как вот, я помню, у нас в детстве было такое, я хочу зарабатывать там 100 тысяч миллионов, вот это вот. цифры такой нету, что за 100 тысяч миллионов вообще? Это, цифра. цифры, но у ребенка, что-то куда-то туда, с планку закинуть туда, что-то несуществующее куда-то там, в, другую, в другое измерение вообще какое-то пространство. И Писание говорит, вот, он говорит, Сус говорит, вот, будьте как дети. Людей раздражает, когда кто-то у нас в собрании начинает говорить, ну, я верю, что будет у меня большой дом, будет хорошая машина. Как ты достал уже с этими вещами, что-то там у тебя будет, там то-то, то-то. Людей раздражают эти вещи. А ты продолжаешь, я, я как папин ребенок, я туда куда планку закину, ну, я, может, этого не получу, но я буду папке верить. Папка классный, я буду ему верить вообще, нормально, он что-нибудь классное мне принесет. Нормально. Я буду. Мне 85 лет, а я здоровый, никаких болезней нету. Я прыгаю, скачу и так далее. Че ты грудишь? Ты, ты видел себя? Че там у тебя вон недавно что-то там кашлял, и так далее. Ничего не знаю. Я буду, как Папкин ребенок. Буду сидеть у него на коленях и знать, что отец меня любит и он дал мне свое исцеление. То же самое касательно на каждой сфере прими решение поверить любящему Господу, потому что Он любит тебя. И Он заплатил за то, чтобы у тебя это было. И Он очень хочет, чтобы твоя жизнь была счастлива и благословленной. Аминь, драгоценные. Аминь. Я надеюсь, вы что-то взяли для себя. Давайте мы встанем, помолимся. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Давайте будем вместе молиться. Спасибо тебе, любимый Господь. Ты просто, ты потрясающий Господь. Спасибо тебе за то, что ты просто высвечиваешь эти вещи, Господь, высвечивая все неверие в нас, Господь. Высвечивая все сомнения, Господь, вытруси нас полностью, Господь, от всех этих вещей во имя Иисуса Христа. Мы хотим быть людьми веры, Господь. Мы не хотим быть людьми сомневающимися. Мы не хотим ставить под сомнение, Господь, Твои дела. Мы хотим жить в Твоих делах каждый день, видеть Твою крепкую руку каждый день, Господь. Переживать, Господь, Твои действия каждый день во имя Иисуса Христа. Поэтому мы молимся, Господь, чтобы Ты помог нам обновить наше мышление. Господь, показал нам путь, Господь, как нам идти и обновлять наше мышление, нашу жизнь во имя Иисуса Христа, Господь, и чтобы наша жизнь все больше и больше отражала Иисуса Христа здесь на земле во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, умолиться как дети, Господь, быть как дети, Господь, и поверить действительно, Господь, этому невероятному стандарту Писания, которое ты дал каждому из нас во имя Иисуса Христа, и перестать быть постоянно сомневающимися, колеблющимися, но быть твердыми в вере, во имя Иисуса Христа и даже может быть мы где-то слабые Господь но ты наша сила ты наша крепость ты наше основание и мы благодарим Тебя Господь потому что мы знаем что это возможно мы знаем что ты никогда не оставляешь нас Господь и ты помогаешь нам избавиться от всего этого разъедающего яда неверия во имя Иисуса Христа тебе за это слава и честь и хвала во имя Иисуса аминь